сорт острого перца Habanero Brown. Habanero коричневый. Это вот такой вот красавец. Это растение может достигать высоты 70 сантиметров. Такой красавец, родом из Карибских островов. Это довольно высокоурожайный сорт. У него необычный вкус. Вкус с оттенком цитрусов и дыма. Вот, смотрите, какая красота. Острота этого сорта хабанера выше, чем у остальных. Она достигает от 425 тысяч до 577 тысяч сковелей. Вот такой вот красавец. Созревает, вот он, видите, как от зеленого становится светло-коричневым и до полностью коричневым. Вот такой красивый кустик. Тоже очень много плодов на нем завязывается. Вот еще один кустик есть. Видите? Красота. Это многолетнее растение. Его можно выращивать как в теплицах, в открытом грунте. На рассаду надо будет высевать его в 20-х числах февраля. Срок созревания этого сорта от 90 до 100 дней. Смотрите, какая красавица. Его можно выращивать у себя на балконе. Кустики невысокие. Вот он у меня сейчас обрезанный уже под осень. Да, конечно, я чуть-чуть надо было раньше обрезать. Но я его обрезал только неделю назад. Ну, как он зато быстро начинает вызревать. Очень интересный сорт. Советую такой выращивать у себя дома, на подоконнике, на балконе, на грядках. Очень вкусный и ароматный сорт. Цвет у этих перчиков шоколадный. Плоды могут быть как кубовидной формы, так и вытянутой. Видите, он весь сморщенный. Очень красивый и ароматный сорт. Какая красота. Посмотрите, какие глубокие морщины у него. И текстура у него тоже немного пупырчатая. Смотрите, какой красавец. Выращивайте такую красоту у себя дома. Всем пока. До новых встреч.